Здравствуйте, коллеги! Мы приветствуем вас на востоке Казахстана. Сегодня у нас контрольное посещение хозяйства семена масличных. Мы присутствуем в нашем поле сольном. Все технологические операции, которые были проведены в данном поле, проведены были в оптимальные сроки, проведены были очень качественно. О них мы вам рассказывали в предыдущих видео. Лен сейчас находится в последней фазе цветения. Осадков за последний период, за последний месяц было здесь очень минимальное количество, они были локальными и всего 1-2 мм. Однако при всем при том, лен выглядит очень здоровым, отсутствуют повреждения вредителями и поле очень чистым при отсутствии сорняков. И нам остается сейчас просто получать удовольствие от бесконечной синевы. Следующая встреча на этом поле у нас с вами состоится в момент уборки. Август. С нами расти легче.